Финская телекоммуникационная компания Nokia сокращает убытки благодаря росту продаж своих смартфонов Lumia. В этом сегменте Nokia пока значительно уступает конкурентам Samsung и Apple, однако в первом квартале объемы продаж Lumia увеличились до 5 600 000 единиц с 4 400 000 в четвертом квартале прошлого года. Убытки Nokia по итогам первого квартала составили 272 миллиона евро, сократившись почти в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.